В новосибирских школах начались уроки мужества. Это еще одна грань проекта «Единой России. Новая школа». С чего начинается Родина? Ответили на этот вопрос юные жители региона. Константин Клещин слушал. Эти первоклассники школы 156 уже знают один из ответов на вопрос, с чего начинается Родина. Все в песне «С верности». А как она проверяется, и есть тема урока. На конкретных примерах ребятам рассказывают, как защищали свою землю деды и прадеды, как эстафету подхватило нынешнее поколение, ведя справедливую битву в зоне СФО. Эти уроки проводятся во многих школах города и центрального района. Естественно, посвящен возвращению к подвигу нашей страны, Великой Отечественной войны, потому что если к этим вопросам не возвращаться, то забыть можно все, что угодно. Эти уроки проходят в преддверии Дня защитника Отечества в рамках проекта «Единой России. Новая школа». Эта инициатива охватывает разные стороны жизни, от сбора ребенка в школу до изучения красот родного края. Очень символично и правильно, мне думается, что по завершении года педагога и наставника тут же наступил год семьи, потому что эти два социальных института, они совершенно рядом и вместе вокруг подрастающего воспитания подрастающего поколения. Это правда. За партами дети были вместе с родителями. Пап поздравили с наступающим днем защитника Отечества. Константин Клещин, Даниил Колпаков, Новости ОТС.